Добрый день. Сегодня у нас 11, вчера было 10 апреля 2022 год. Утром открыли наши коробочки. Ночью было что-то минус 4 или минус 5. Коробочки составляли пирамидкой друг на друга. Плюс еще закрывали вот этими пустыми коробками. С боков и сверху прикидывали. Ну и работал обогреватель. Ну, все живы. Слава Богу. Конечно, утром шла, смотрела, думала, как всегда, Саша рискует. Ничего, Саша не рисковала в морозы. Сегодня ночь будет морозная. Еще раз будем то же самое делать. Ну, вот эта вот коробочка. Немножко они подгорели, не подмерзли, подгорели. Я их чуть-чуть прикрыла от яркого солнца. Вот, потому что солнце действительно яркое. И для них это стресс. Стресс-стрессюга. Но если внимательно приглядеться, вот потихоньку листики начинают отрастать. Несмотря на то, что они всего сутки находятся уже в новых для себя условиях. Влажность здесь высокая, честно скажу. Вот, потому что еще земля оттаяла, не оттаяла до конца. Еще идут испарения. Вот. Ну, кое-что я уже сейчас полила, потому что томатики стояли суховатые. Воду из дома нашу в больших бутылках. И уже, наверное, будем потихоньку воду оставлять здесь. Вот такая история про то, как они переночевали. Кому интересно, опять же. Ну, вот эти вот слабенькие, не дома были слабенькие. Вот этот томат возглавлял пирамиду. На самом верху здесь вот стоял, чтобы не замерзнуть. Но он уже большие морозы пережил. Поэтому ему не особо что страшно. Ну, вытащил вот один стакан. Загнулся. Но он дома загибался. Поэтому думал, повешу. Принесу его домой, на улицу. Может, лучше ему станет. Лучше ему не стало. Он тихо умер. Ничего страшного. Отряд не заметил потери бойца. Ой, ну, вот. Так что вот такая информация по тому, как мы переночевали сегодня. Завтра не будет никакой информации, потому что с утра у меня с самого раннего утра я пойду на работу. Работать буду до позднего вечера. Вот такие помидоры. Напоминаю, что живем в Новосибирске. И сегодня 11 апреля 2022 год. Завтра день космонавтики. Всех с праздником!